Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махпупаре трехкомнатную дуплекс-квартиру, которая смотрит на восточную сторону. В новом проекте, который был сдан полтора года тому назад. По очень хорошей цене, срочная продажа. Ключи только у меня от этой квартиры, так что обращайтесь. Вот, проект называется Vivamus 4. Здесь у нас есть генератор, беседка, детская игровая площадка, фитнес-салон. Такой вот фитнес-салон, беговая дорожка там, две штуки. Вот. Теннисный стол, сейчас покажу, даже есть скрытый бассейн. Открытый бассейн снаружи. Айда тут 250 лир, 25 евро в месяц. Рядом есть у нас субботний рынок. По субботам Махмутлара часовня, все рядом. Все в шаговой доступности. Рестораны, банки и тому подобное. Здесь у нас лобби. Вот. Есть сауна, открытый бассейн. Есть два лифта, один тут, один с правой стороны. Римская парная, закрыта, не работает из-за пандемии. Здесь сауна, ну, просторная сауна, не маленькая. Здесь санузлы. Вот теннисный стол. И тут фитнес. Та квартира, которая продается, она полностью мебелирована. Качественная мебель там и бытовая техника. Все, есть фирмы профил. Вот сейчас сами увидите. Так, здесь один лифт. Лифт прибыл. Вместимость 6 человек каждый лифт. Поднимаемся на 9 этаж. Поднялись мы на 9 этаж. Хочу показать, что в лифте присутствует камера. Вот такой коридор тут. Лестничная площадка. Сейчас войдем в квартиру. Вот такие двери. Здесь вот такая у нас прихожая. Лестница, которая идет на верхний этаж квартиры двухуровневой. Здесь у нас туалет, наверху два санузла с душевой кабинкой. Здесь нету душевой кабинки. Здесь у нас просторная гостиная, вот такая, дорогие зрители, с качественным мебелью и почти отдельная кухня. Вся бытовая техника на этом этаже фирмы профила. Вот. Холодильник тоже фирмы профила. Покажу бытовую технику. Также телевизор фирмы профила. Вот мебель такая качественная. В таком стиле. Также мягкая мебель. Такая не совсем мягкая она. Пойдет. Вот такой журнальный столик. Кондиционер тоже фирмы профила. 129 квадратных метров брутто этой квартиры. Жилая площадь 95-100 квадратных метров. Вот такая она просторная. Сейчас покажу с этого угла. И сейчас выйдем мы на балкон застекленный. Вот такой застекленный балкон. Восточная сторона. Вот такой вид на горы. Солнышко у нас постоянно тут. Сейчас время съемки 3 часа дня. Очень просторный балкон застекленный. В той стороне у нас рынок субботний. Также отсюда есть выход в кухню. Там улица Барбаросса 100 метров и море там 150. Полностью 400 метров максимальное расстояние до воды Средиземного моря. Идемте на верхний этаж. Стол вы увидели, тоже он раскладывается. Вот. Вот такой автоматический. Идемте наверх.
Здесь у нас лестнички, мрамор. Сюда можно что-то поставить. И даже можно здесь антресоль сделать как бы дополнительно. Здесь прихожая верхнего этажа такая. Так, здесь у нас спальня для детей. 14 квадратных метров. Есть LED-освещение наверху, вот такое освещение. Качественная мебель деревянная вот такая. МДФ. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. И вот стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. Здесь у нас спальня. Хозяйская, очень просторная. И качественная мебель. Кондиционер здесь стоит фирмы Баймак. Вот мебель. Вот такие шкафчики с доводчиками, все. И санузел. Хозяйская их спальня. Вот такой санузел. Выйдем на террасу. Перегородки уже сделаны для защиты детей, чтобы они никто не упал, как бы. Вид на горы. Такая просторная терраса. Также там есть проход. Вот. Подведу итог. Дорогие зрители, инфраструктуру вы уже увидели. Айда здесь 250 лир. Расстояние до моря 400 метров максимум. Проект сдан полтора года тому назад. 2 плюс 1, 129 квадратных метров брутто. Жилая площадь 95, 100 квадратных метров. Двухуровневая. Цена этой срочной продажи, этой квартиры 83 тысяч евро. Обращайтесь по номеру, который указан в описании и в ролике. WhatsApp, Telegram, Viber. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Все, с вами был Агасий из солнечной Алании. Всем пока-пока.